Новости Богородского района. Богородская43.ру. В поселке Богородское ребятишки из хоккейного клуба «Старт» вновь надели спортивную форму. Благодаря 65-летнему педагогу дополнительного образования Владимиру Соболеву, который в одиночку заливал лед, желающих покататься на коньках в эту зиму будет много. В 2019 году в поселке Богородское вновь начинает функционировать хоккейная коробка. Две недели назад произведена заливка льда, начинаются тренировки хоккеистов и катание малышей.